Девочки-мальчики, при покупке и употреблении консервов обращайте внимание на банку. Вот эта банка, она уже в январе 2024 года, у нее срок годности закончился. Но я знала, я их отложила, чтобы потом снять видео. Спучила, банку спучила. Это говорит о том, что здесь без доступа кислорода развились микроорганизмы. А в частности, споры ботулизма. Если кто употребляет вот такие консервы и вовремя не оказана медицинская помощь, погибают люди. Это тяжелейшие в мировой практике отравления от ботулизма. Вот они даже крутятся на этом. Вот купили эти консервы, партию. И вот из них, я бы сказала, пролежали они сколько у нас? Наверное, месяца 4 и начали вот так вот спучиваться. Конечно, мы их есть не стали. Все выкинули так, чтобы недоступно было найти эти консервы. Но вот эти банки остались, завалялись у меня. Вот, пожалуйста, вот спучилась. Вот еще банка, но здесь нет, здесь все нормально. Здесь нет. А, кстати, вот уже начинает. Так что так, надо отдам зятю, чтобы закопал куда-нибудь.